10 ноября в 3 часа дня состоится заседание Совета депутатов района Кунцево. И в числе вопросов, там в том числе будет вопрос о парке на Ивана Франко, о придании этому парку статуса особо охраняемой природной территории. Всех приглашаем на наше заседание Совета депутатов Кунцево. Конечно, в масках, чтобы не могли придраться, что не пустят или еще что-то такое. Приходите.